Здравствуйте всем! Как настроение? Отлично! Но не поняла, какое настроение. Как настроение? Вот, это по-нашему. Дорогие друзья, прошел год, как мы с вами первый раз собрались в зале на Академию. Каким он был, этот год, для нас? Для кого-то он был сложным. И, как говорит молодежь, люди не выдержали и схлопнулись. А для кого-то этот год стал годом ожидания. А я посмотрю, как у них будет. А для кого-то это был год первого шага в сетевом. И они говорят: да, это классно. А для тех, кто сидит в этом зале, это был год напряженной и очень плодотворной работы. Посмотрите, сколько за этот год выросло мастеров. У нас очень много мастеров продаж. У нас бриллиантовые мастера, мастера Шаронской розы. У нас есть звездный мастер. То есть люди за этот год закрыли по два, по три и даже по четыре статуса. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы с вами на верном пути. У каждого человека в жизни наступает момент, когда он понимает, что он может сделать больше. Он может больше заработать, он может больше построить структуру, он просто может больше. Но та компания, где работали люди до этого, не имела тех ресурсов. И люди нашли Атоми. Они его искали, ищут до сих пор. Потому что вот этот проект дает неограниченные возможности. Эти возможности каждый видит по-своему. Смотрите, когда мы приходим в компанию, вот это мое видение, с нас не берут денег за регистрацию, с нас не берут денег за активацию бизнес-места, мы не покупаем никаких стартовых пакетов. С нас вообще ни за что не берут денег. Потому что компания имеет такой чудный продукт, что она может себе это позволить. Она может работать с людьми так, что люди покупают продукцию только тогда, когда им надо, когда они его хотят купить. Не заставляя, не навязывая, не подталкивая. Вот это говорит о состоятельности компании. Мне очень часто говорят: как ты там можешь работать, у вас такой мягкий маркетинг. Друзья мои, а покажите мне хоть одну компанию, в которой более жесткий маркетинг, но которая через 8 лет своего существования вышла на товарооборот 1 миллиард долларов. Вот вам и мягкий маркетинг. А почему при таком мягком маркетинге компании выходят на такие уровни? Да потому что здесь заботятся о человеке. Потому что люди видят эту заботу постоянно. Поэтому и такие результаты. И уже на следующий год, в 2018 году, компания увеличивает свой товарооборот на 25%. Не думайте, как здесь будет. Просто берите и работайте. Просто берите и делайте. Здесь будет классно. Здесь уже классно. Здесь уже замечательно. Самое главное, что есть у компании, это возможности. Это те возможности, которые она дает людям. Мы приходим в бизнес не для того, чтобы просто прийти, просто здесь побыть. Мы приходим сюда для того, чтобы пройти жизненный путь, чтобы получить какие-то навыки и отработать свои задачи. Вы никогда не задумывались, почему, приходя в какой-то проект, одни люди идут с нами, другие нет. И мы встречаем новых людей и понимаем, что они такие же, как и мы. Потому что судьба собирает людей вместе не зря. И придет момент,
когда у вас в жизни случится то, чего вы ждете. У вас пойдут перемены. И эти перемены будут настолько значительны, что вы будете просто сами от этого в шоке. У вас будет все. Будет и хорошее, будет и плохое. Вас будут признавать, а потом могут не замечать. Вас будут узнавать и в то же время могут пройти мимо. Не надо на это обращать внимание. Это все мелочи. Главное дело, что вы уже выбрали себе путь. И не обращайте внимания на тех, кто что-то говорит. Перемены начнутся обязательно. Сначала у вас изменится отношение к себе. Затем потихонечку начнутся эти перемены в вашей семье. Вот уже у вас новые баночки. Вот у вас уже в ванной и на кухне новые продукты компании «Атоми». А пройдет еще время, вы поменяете свой гардероб и уже не будете заходить в те магазины, в которые заходили раньше и выбирали продукты себе по цене. Теперь вы будете выбирать по качеству. А еще пройдет время, и вы не увидите, как вы получите свой первый бонус, а затем второй, третий, четвертый. И это будет так приятно. И вокруг вас начнет собираться ваша команда, которая станет вашей вселенной, и вы в центре этой вселенной. И вы почувствуете, как это классно. Когда выйдете вот сюда на сцену, вы получите свой первый статус. И вы поймете, что вот то чувство значимости, которого вы ждали всегда или не испытывали уже очень давно, оно вот оно с вами. Я сегодня смотрела, как вот здесь в зале женщины подходили, и им захотелось обняться с мистером Шином, и с Талией, и с Монбиомом, и вот с лидерами с нашими. Почему? Потому что люди, подходя к ним, они чувствуют свою значимость. Все у вас будет. Поменяется ваше жилье, и будут новые машины, и будут новые дома. И когда вы будете брать в руки чеки на ЖКХ, вам они не будут уже казаться такими громадными, вам это будет казаться так легко и просто. И придет тот момент, когда, сидя в первом зале, блеск ваших бриллиантов будет слепить глаза выступающим. Это все будет. И однажды в более большом зале вы будете стоять на сцене, и мистер Пак будет награждать вас со статусом императорский мастер. И принимая из его рук подарки, вы посмотрите в зал. Там будет ваш спонсор. И его глаза будут полны любовью и гордостью за вас. И в этот момент вы прочтете в этих глазах, как здорово, что я тебя когда-то подписал. Я желаю вам всех больших побед и свершений. Я желаю вам всех разозлиться на себя, сказать: да елки-палки, почему они могут, а я нет, и рвануть вперед. Сегодня у нас конец года. Ну вот я имею в виду не именно сегодня, а сейчас конец года. Сядьте все и спланируйте себе работу на следующий год. Осмыслите все, что вы сделали. Осмыслите, что вы сделали, а что нет. И начинайте. Идите к людям. Говорите. Лидеры, не брезгуйте говорить с людьми. В Библии написано: «И вначале было слово». И вот пусть это слово станет началом вашей новой жизни. Я вас всех люблю. Спасибо.